Яркая акция, посвященная Международному дню редких заболеваний. Чтобы обратить внимание на проблему, в Украине впервые инициировали масштабное освещение известных зданий и парков. В 5 городах страны – Киеве, Львове, Днепре, Мариуполе и в том числе в Одессе – знаковые здания с 18 по 28 февраля будут подсвечиваться в цвета орфанных больных – зеленый, розовый и голубой. В Одессе одним из таких мест стал греческий парк. Сьогодні в Україні підсвічуються найзнаковіші місця для того, щоб показати орфанним хворим свою підтримку про те, що вони не забуті, і ми пам'ятаємо про них, і всі пам'ятають про них. Орфанні хвороби – це рідкісні хвороби, які зустрічаються рідше, ніж одна людина на 2000. Серед них багато хвороб, які відносно на слуху – це фенілкетонурія та муковісцидоз. А є такі хвороби, які зовсім поодиничні, наприклад, синдром короткої кишки. Якщо казати в цифрах, то орфанні хвороби – це близько 5% від усіх людей в Україні. Сегодня более 300 миллионов людей в мире имеют орфанные или же редкие заболевания. По статистике последних 5 лет в Украине 80% таких пациентов умирают в возрасте до 5 лет из-за отсутствия системной диагностики и квалифицированного лечения. В то же время в европейских странах продолжительность жизни орфанных пациентов при условии надлежащего лечения составляет 55-60 лет. Болезный эпидермолиз на сегодняшний день неизлечим. Так как он и, как мы сегодня говорим, это орфанное заболевание, идет поломка гена, который отвечает за коллаген, эластичность кожи. На сегодняшний день на законодательном уровне есть закон обеспечения орфанных по болезному эпидермолизу, так как наше государство выделяет средства на закупку дорогостоящих повязок, бинтов. И также мы всегда обращаемся в помощь в местный бюджет на поддержку наших детей, на закупку мази, антисептиков и прочих медицинских материалов на лечение.